Полезный город. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. В нашей студии Евгений Валов, руководитель кировского филиала компании «Ростелеком». Добрый день. Добрый день, Владимир. Поговорим о том, что уже прочно вошло в нашу жизнь. Это видеонаблюдение. Видеонаблюдение как средство обеспечения безопасности, безопасности жилища, производственного объекта, офиса, компании и так далее. Что «Ростелеком» может предложить в данном отношении? Уважаемые друзья, там видеонаблюдение, все скажут, что оно такое типовое, уже давнишнее, в принципе, услуга. Я с вами полностью согласен, но все течет, все изменяется. Если раньше там охранник патрулировал там же колючую проволоку, потом уже следующий этап — это охранник сидит и смотрит большой-большой телевизор с 1000 экранами, то в настоящий момент уже тоже становится неэффективно. Охранник спит. На самом деле все спит. У нас есть продукт облачного видеонаблюдения. Суть в том, что оно быстро разворачивается, и собственнику не надо там ставить серверное оборудование, что-то писать, куда-то хранить, этого ничего не надо. Мы ставим камеры, подключаем к интернету, и в нашем виртуальном пространстве это все хранится. И это будет тоже не очень важно. На самом деле хранить можно где угодно. Но здесь возникает, чтобы охранник не спал, вот тут наш отличает, у нас есть модули различные, которые можно подключить к видеонаблюдению, и они будут вам давать дополнительный сервис. Они будут детектировать определенные события, которые будут вам сигнализировать о совершении этого события. И то есть спящий охранник просыпается от сигнала, что какое-то событие случилось. Все, он проснулся, и он увидел это событие. Например, какое-то посягательство, да, там что-то злоумышленник. Поставили периметральное видеонаблюдение, провели черту на телевизоре, как на компьютере, кто-то пересек черту, сработало сигнал, там засветилось, высветилось, смс-ка пришла. В офисах, в помещениях забыли вещь, висит вещь, через некоторое время сработала сигнализация о забытой вещи. Кто-то зашел в ту зону, в которую не надо заходить, тоже сработало. Где-то вам надо посчитать ваших сотрудников, входящих, кто за счетчик включился, вам посчитали, статистику дали. То есть у нас этих сервисов с точки зрения модулей по различных, по видеоаналитике, очень много. И каждый выбирает под свою задачу. И даже я вот сколько работаю с этим, иногда сами клиенты подключают под такую задачу, я даже не ожидаю. Облачное видеонаблюдение от Ростелеком с вот с этими с модулями, сервисами дополнительного распознавания, ну, интеллектуальными, оно позволяет решить большой спектр задач наших клиентов. Поддержка, сопровождение, помощь. Все полностью на всех этапах. Мы делаем услугу под ключ, и если что-то ломается, чиним мы, то есть человек вообще не задумывается об этом. Спасибо за информацию. Евгений Валов, руководитель кировского филиала компании «Ростелеком». Полезный город.